Россия священная наша держава. Родные, в день Конституции Российской Федерации хочу представить вам главную песню страны, написал Шаман. Впервые государственный гимн России в своей авторской аранжировке я исполнил в день государственного флага страны. Запись выступления в Ялте мгновенно заняла первое место в трендах YouTube. А 30 сентября свою версию гимна я исполнил вместе с Владимиром Путиным. Концерт «Вместе навсегда» с участием президента страны собрал на Васильевском спуске и Красной площади в Москве свыше 200 тысяч участников, а также многомиллионную аудиторию телезрителей, следивших за трансляцией в прямом эфире. Государственный гимн настолько органично вписался в репертуар, что теперь завершает каждое мое сольное выступление. И, что особенно приятно, мы поем его с вами вместе, всем залом. Он объединяет сограждан самых разных национальностей и возрастов, придает им сил и вдохновляет. В нем соединились несколько исторических эпох нашей страны, а его глубина и многогранность олицетворяет саму Россию. Воспринимая гимн России как один из официальных государственных символов, мы часто забываем, что, в первую очередь, это очень мощная песня. Со временем не теряющий актуальности настоящий хит. Поэтому в День Конституции я выпустил мою версию этой, вне всякого сомнения, главной песни страны. Если хочешь быть в тренде, подписывайся на самый честный и правдивый канал «Сплетни и слухи». Ну что, родная, смотрите. Работаем.